Всем привет, это Ирина, вы на YouTube-канале интернет-магазина Парик Бест. Сегодня посмотрите на мою модель парика. Название ее Melody от бренда Эллен Вилли, коллекция Hair Parts в цвете Mocha Rooted. Фишка выполнена каскадом, она удлиненная, каре. Смотрите, видите, волосы чуть-чуть идут каскадом, челка присутствует. Кстати, есть линия Lace Front, сразу ее покажу. Вот она, видите? Это тонкая прозрачная сеточка, имитирующая кожу головы и рост волос. Когда я опускаю на кожу, она полностью сливается и не видно, что на вас парик. Дальше я покажу, как это выполнено все изнутри. Ну а сейчас давайте посмотрим вокруг. Итак, парик не объемный, хотя вот в этой части кажется, что достаточно объемный, но сам он не очень густой, очень комфортный. Хорошо сделать можно хвостик. Стрижка мне напоминает Дженнифер Анистон очень сильно, потому что практически всегда она ходит именно с такой стрижкой. Можно вывернуть кончики вот сюда вовнутрь, а можно вывернуть их наружу, вот так. Парик выполнен из облегченного синтетического волокна, имеющего память. Это значит, когда вы его помоете, он приобретет точно такую же форму, которая была изначально. Но волокно не простое, а термостойкое. То есть его можно укладывать горячими инструментами, например, полностью выпрямить или полностью накрутить. Но прежде чем это делать, нужно соблюдать два важнейших правила. Это смочить обязательно вот таким антистатик спреем. Этого нагреваем инструменты не выше 180 градусов, потому что синтетическое волокно может поплавиться. Поэтому температурный режим – это важно. Итак, вы смочили волосы по всей длине, чтобы оно не капало, просто они были чуть-чуть влажные. Нагрели до 180 градусов инструменты и накручиваете, выпрямляете, делайте, что хотите. Но помните, что после того, как вы его помоете, парик, я имею в виду, он приобретет вот эту же форму, которая была изначально с завода. И это классно, потому что не надо будет все время делать укладку. Ухаживаешь за париком невероятно просто. Помойте его в воде комнатной температуры со специальным шампунем. После этого ополосните в бальзаме. Повесьте на специальную подставку, дайте высохнуть естественным путем. Чтобы волосы не спутывались, примените вот такой кондиционер, и они будут не спутываться, будут шелковистые на ощупь. Если захотите придать дополнительного стайлинга, используйте гель или же стайлинг-крем. Ну а теперь покажу, как он сделан изнутри. Это сеточка и моноэлемент. Смотрите, это расширенная линия Lace Front. Какая она широкая. Это прозрачная тонкая сетка, выполнена вручную. То есть все волосы вплетены абсолютно вручную. Широкая вот эта монотейл элемент. Это значит, что вы можете делать пробор как посередине, вот здесь сбоку, слева, где вам удобно. Это очень здорово. Вся остальная часть выполнена машинным способом, это дресс-ленты, они очень хорошо растягиваются, обхватывают голову, надежно фиксируют парик, регулируется вот этими липучками от 54 до 58, находятся проушины, здесь обязательно обшитые бархатом для дополнительного комфорта. Сейчас покажу, как я надеваю парик. Итак, выворачиваем парик. А, давайте цвет покажу. Он невероятно красивый. Затемнение корней, на концах небольшое осветление. Выглядит очень натурально. Кто любит вот такой цвет, цвет темного песка, рыжизны немножко, то это прям ваше. Итак, давайте надевать парик. Значит, берем, где липучки. Вот здесь липучки. Дальше я упираюсь головой в краевую линию, именно в линию Lace Front, натягиваю на затылок, расправляю челку, отцентровываю вот по этим проушинам, чтобы они сидели на височках. Все. Великолепно. И этим здорово парики от бренда Эллен Вилли, потому что ты надел и пошел. Ничего делать не надо, не нужно его даже дополнительно расчесывать, встряхнул, надел и готов к выходу. Perfect. Если вы хотите приобрести эту модель или какие-то другие, то, пожалуйста, обращайтесь по вот этому номеру WhatsApp. Наши консультанты всегда вам ответят, какие модели есть в наличии, какие есть цвета, как оплатить, как доставить в другой регион и так далее. Пишите обязательно комментарии. Ну а на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Желаю всем отличных, ярких дней.